Всем привет, ребята, с вами Скорпион, и сегодня у нас Mortal Kombat Mugen Revolution 2012 года. Сегодня у нас последний заключающий осмотр и то есть обзор на черепашек ниндзя в этой игре. И на посмотрим их приемы, элементы, комбо, удары, вот в этой игре, потом сравним, что же будет в Injustice 2, в новой игре с этими персонажами, как DLC, да. Вот, я, конечно же, выпущу все трейлеры, по ним выскажу свое мнение в отдельном видеоролике. Вот. И, собственно, поймем, это имба черепашки или нет. Собственно, давайте приступим. Сегодня у нас Донателло, или же Донни. Вот. Последняя черепашка ниндзя. Да. Один из таких самых умных своих братьев и более серьезных. Вот. Так, где у нас получится обучение? Вот практика. Так, и где наш Донни? Ага, вот он. Вот он, Донателло. Так, выбираем, конечно же, его. И выбираем, опять же, его. Загрузочка. Ой, блин, арена не очень. Давайте ее поменяем. Вот так, думаю, будет нормально. Так. Собственно, начнем с его ударов. То есть, давайте проверим SDT. Вот, смотрите, то есть вот такой вот удар палкой у него идет. SDT. А усилить можно, интересно? Не, нельзя. Вот, то есть разобрались, да? То есть SAT у нас вот такой вот удар идет. Вот. А если сделать так, то есть, смотрите. Нет, тут никак не скомбинируешь. Если разве что каким-нибудь оверхедом. Которого здесь, кстати, у него и нету. Вот его захват заодно. Так, собственно, давайте посмотрим, например, АДТ. Нет, это не то. ДТА. Значит, если вот такая вот напрыжка, вот такой вот, типа, что-то пинок палкой, то есть, это у нас две кнопки мы удерживаем, это W, D и нажимаем T. Также можно сделать и с буквой E. Смотрите его, то есть, X-Ray, вот такой вот он у него. Вот. Смотрите, нашел я комбо. Подождите. Так, значит, жмем SDGH. Нет, прям. Вот. SDH. И у нас получается вот такой вот хит-комбо. Вот. Давайте, собственно, я вам покажу еще. Смотрите, то есть удерживаем букву D. Не удерживаем, а то есть нажимаем букву A или D и нажимаем три раза буковку Y. То есть кнопку Y. И вот. Вот такой вот удар у него идет с палкой. То есть это у нас было A. A. Y. Вот. Вот эти вот кнопки. Теперь D и Y нажимаем три раза. Вот эти две кнопки. То есть, вот. Вот такой вот удар у него есть. Смотрите, ребята, вот еще один, пожалуйста, удар. Жмем два раза SDA и нажимаем T. То есть, это что-то типа прием, как у Джейд с посохом. То есть,
Не хочу сейчас сравнивать двух этих персонажей, потому что они совсем разные. Черепашки и персонажи из вселенной Mortal Kombat, Джейд и Донни, но у них тут просто похожий этот вот прием. Вот. То есть два раза нажимаем SD, SD и T в конце. Вот. А вот и его X-Ray как бы. Давайте еще раз вам его покажу. Вот он. Второй супер прием его. Так, ну вот, это, собственно, все, что я вам хотел показать. Вот, попробуем сейчас какие-нибудь комбо с ним сделать. Например, так вот. Вот. 10 хитов. Ну а у меня на этом все. Если вам понравился данный видеоролик, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Скорпион. Всего доброго, до новых встреч, всем пока.